Існує такое значение типажу гараджаніна як фланёр, якое чамусьці не было у нас іранічны сэнс. Але па сутнасці фланёр – гэта гараджанін, які атрымлівае эстетычную асалоду ад прагулак па гораду. Так, бо архітэктура – гэта мастацтва, у якім мы живём. І нехай, што наш Магілёў атрымаў сур'ёзны папрок аб адсутнасці стылю, прапаную пафланіраваць па роднаму гораду разам са знаўцы-архітэктарам. І спецыялістам, градабудаўніком, членам Саюзу архітэктару Беларусі, якая ўсё прафесійнае жыццё ратуе за наш горад. Каб і мы зразумелі, што розніца паміж архітэктарам і градабудаўніком усё ж ёсць, наглядны дапаможнік тут на месцы сустрэчы. Еще какая есть. Дело в том, что для специалистов это начальные истоки. При размещении объема обязательно учитывается, просто обязательно учитывается, где размещается это здание и для чего оно вообще-то размещается в этом месте. И это улица. Значит, вот мы сейчас с вами, Леночка, находимся на перекрестке транспортных, я бы сказала, даже артерий, потому что они важны для города Могилева. И они сложились исторически. Улица Ленинская, Будённого, Лепешинского, и как сквер, и завершается кинотеатром «Родина», именно тем триумфальным сооружением, которое в конце завершает, но не совсем завершает. Почему? Потому что характерность города Могилёва, её хорошая характерность – это аэродинамическое движение воздуха. Якой забяспечвае ў тым ліку пісьменна спланаваны пейзаж на Камсамольскі сквер, закладзены з камсамольскім натхненнем у 1932 годзе замест Шкловскага базара. Сквер злучыў дзве галоўныя старажытныя транспартныя артэрыі. Першамайскую да 1918 была і Шкловскай, і Дняпроўскім праспектам, і нават Ульянава-Крупскай, і Ленінскую, у мінулым ветраная, вялікая садовая, інжынерная. Дарэчы, вядомая 16-га стагоддзя вуліца ў 21-2004 год стала першай пешаходнай вуліцай у Беларусі, а яе цэнтрам вось гэтая зорная плошча. Так удала аформленая з чатырох кутоў прыгожымі дамамі. Пра стыль пытанні архітэктару. Праўда, сімпатычныя так званыя чырвоны ці не выпадаюць ансамблю? Нет. Он в стиле, он в единстве, он в той застройке. По объему, по месту назначения, по функциональному назначению, по деталировке. Это не важно, что у него немножко другая колористика красная. Не важно, как кирпичное. Значит, чем характерно строительство? Кирпичный материал со своими нюансами и деталями, и штукатурный материал отделки тоже со своими нюансами и деталями. Но они сочетаются. Они не противоречат друг другу. Гэты цагляны брэкстайлаўскі дахозны дом мяжы 19-20 стагоддзя, а тры так званыя сталінкі па кутах, адзін з характэрных шпілем, пабудовы а пасляваенных 50-х. Дзе ж і які тут стыль? У нас нету чыстага стыля, у нас ёсць направленне з элементамі. Это здание, значит, классика с элементами модерна и даже с элементами ренессанса. Если посмотреть на вот тут на завершение атика, значит, на крыше, на маленькие надстроечки, а классика у нас первый этаж, у нас высота первого этажа, его функциональное значение, у нас классика – ритмичность фасада, подача, у нас классика – элементы самой кладки. Это классические элементы. Если с другой стороны, то это получается дополнение классики, уже другая интерпретация. Дополнение тоже первый этаж выделяется, ритмичность окон, ритмичность этажности, вертикальная ритмичность, но дополнение модерна. От французского «ампре» аналогия с «ампир» и распосюджено у нас означение «сталинский ампир». Советский монументальный классицизм. По сутности, гэта стиль классицизм хранится у античности. Позднее яскраво отродился имперской амбиции Наполеона у злучэнні элементу позднейших стилю деля попезной роскоши, великости, монументальности. И сталинский ампир, призванный демонстрировать державную могутность правадара народу, але меў межы літаральна ад года да года – 1932-1955, пакуль саўнаркам на хвалі барацьбы з культам не агучыў даклад аб празмернасці ў архітэктуры. Таму сёння будынкі таго часу сапраўды ўнікальны, але пасуюць у стылі класіцызму. Што ж да рознасці матэрыялу, дык асвятляецца, яны дыктуюць каляровую гаму.
цеглу вимушено фарбують. Та не спосіб заховати від агресивного осяроддя. А тінковка ж класицизму потребує письменної кольоровки. Дело в том, что классика характерна тем, что она не позволяет применять очень активные цвета. Цвета должны быть мягкими, не нарушать восприятие деталей. И поскольку очень много западающих и выступающих элементов, то в этих фасадах отдельная строка – это игра света-теней. Если вы видите солнечный день, вы увидите, насколько интересные падают тени. Более выступающие элементы, заглубляющие элементы – они подчеркивают определенные ситуации. Видовочно, что градобудовники 70-х, которые прилепили сюда и шмат поверховку, не заморочивались на пошуку гармонии для протягу традиции архитектуры. Хоть разностылевость не завжди у загану. На параллельной улице дом Будённого – одна из первых спроб советского часу. Конструктивизм, який лепш за все адлюстровывает сам дух 20-х и 30-х, ніяких буржуазных упрыгожванняў и индивидуализму. Але позднее обыграны в объеме градобудовниками 50-х, и момент переходу от строгости конструктивизму до сталинского ампиру не напруживая. Доминанта ансамблю невеликой, але такой утульной площади кинотеатр «Радзіма», побудованы у 1939-40 годе по проекту архитектора Вараксина и удало замыкая перспективу Комсомольского скверу сбоку Першамайской, уражая четырехколонный портик фасада и элементы декора внутренней двухсветной просторы фойе. Это спадчына плану по переносу столицы БССР у Могилёва и один из первых у белорусско-советском долестве будинку с выкарыстанием классичной ордерной архитектуры. И здание кинотеатра, как общественное, оно весьма характерно именно в этом стиле, в направлении этого стиля, и в элементах, и в плане. Потому что классика, классицизм, характерен симметрией, конкретикой, планировки застройка, место размещения в городской застройке. Вот представительство очень серьезное. Поэтому вот эти вот характерные черты для вот этой застройки, ну, просто яркие. А ты промоусно, это такой вырос, как сталинский триумф. Да, конечно. Это как бы характеристика для здания. А город, вообще-то, должен характеризоваться во времени. Если ему много времени, он должен быть и такой, и такой, и другой. И должен развиваться, конечно же. Классицизм – это прекрасно, но классицизм в его чистом виде напрягает. Если его добавлять еще какими-то дополнительными элементами стиля, вот как у нас сделано застройка улицы Ленинской, значит, обогащает человеческий взгляд. И планируя по старожитной городской улице, немагчыма не зауважить куток тихой сядзібы, загороджує у глубине аккуратный барочный будинок. Дату его побудовы дослідчыкі лічуць 17-18 стагоддзе, належу купцам Аношкам. Докладно вядома, что менавіта ён, як самый лепший из мураваных будинков в Могилёве, был проставлены у травні 1780 года для проживания австрийского императора Иосифа II, подчас его встречи с российской императрицей Катерины II. Тут с мовой монархов с мапы Европы на два стагоддзе зникла незалежность нашей державы. Здание музея Белинского бюроле было просто обычным особняком. Возродилось и построилось в стиле классики. И так и сохранилось назначение. Претерпело только внутренние изменения. Немножечко изменилась крыша, но она стала более четкой и конкретной. И не выпала из стилевого назначения этого здания. Просто акцентировалось. Хороший цвет, хорошее решение проемных систем, дверей и окон. Не нарушает, а только вписывается. Очень хорошая ограда к этому зданию, подход. Поэтому стиль и назначение сохранен и вписывается в систему нашего пешеходного, так сказать, движения. Застается только дочакаться завершения реконструкции, каб загонориться и творчеством нашего знакомитого земляка Витольда Кайтановича Белинческого Бяруля и отрымать солоду покоя старожитной городской сядзібы. А насупраць элегантны жылы будынак пачатку 20-го стагоддзя, дзе ў першым паверсе зараз дзіцячая школа, належу замоцнаму гандляру Адліванкіну. І архітэктурную прывабнасць вярнула яму недаўняя рэканструкцыя.
очень строгое, лаконичное, без излишеств. Единственное дополнение, которое здесь сделано, такая эклектика, просто небольшое украшательство. Почему? Потому что оставить обычное голое жилое здание классики, конструктивизма ни в коем случае нельзя. Это все-таки центр города, это назначение как пешеходное, она уже предназначалась, ее в генеральном плане собирались сделать и все-таки сделали это замечательно. Поэтому, чтобы создать активность и эстетическое впечатление, очень скромно довольно-таки подошли к оформлению этого здания. Элементы эклектики, они даже похожи такие на листочки, полукруги, балкончики, все такое живое, природное. Очень хорошо смотрится оно, не часто встречаются у нас вот эти моменты, элементы. Но вот есть пару таких зданий. Могилёвцы мають можливість полюбоваться навіть власними атлантами. Можливо, у Піцерського Ермітажу яны і повышей. Але і наші, больш за 100 годі, мужно тримають гэты балкон, які належу спочатку багатому кредитному банку, потім швейній фабриці імені Володарського, зараз ночному забавляльному клубу. Нельзя пройти мимо ні в коем случае. Вы знаете, что мы, как жители города Могилёва, я лично точно так, очень рады, что все-таки по этой улице, конкретно говорим про эту улицу, по этой улице сохранились несколько уникальных сооружений. Одно из них – редчайшее, стиль барокко, ренессанс, стили, элементы модерна, то есть смешение стилей. Здесь нельзя сказать одно конкретное. Настолько приятно смотреть на входную часть, на полу фигуры атлантов, на круглый балкончик, на верхнюю часть, на элементы аттики, которые наверху. Активность этого фасада, ну, просто доставляет удовольствие, когда на него смотреть. И дай бог, чтобы это все сохранилось, и чтобы ни в коем случае никакие собственники, никто приходящий и уходящий не нарушали гармоничность фасада этого здания. И если по таким улицам пешеходного назначения, активным улицам, убирались излишества вот такого современного характера, это было бы более правильное решение. А маляўнічы з фасаду ось гэтага будынку, якую твараюць ляпныя дэкаратыўныя дэталі белага колеру, што вылучаюцца на чырвонай цаглянай сцяне, проста прыварожвае. Ну і гэта яшчэ адзін будынак, мимо якого пройти просто немагчыма, так само? Ни в коем случае. Точно так же, как и предыдущий. Потому что его активность просто завораживает. Мимо пройти, значит, просто-напросто задуматься, смотреть в землю. Как только поднял глаза, ты сразу увидишь. И увидишь не только активность его окраски, активность его фасада, его эстетическое восприятие. Стиль модерн, стиль ренессанса, элементы эклектики. Все, что хочешь, можно здесь увидеть в этом фасаде здания. И даже элементы классики по рустовке. Но это просто простой жилой дом. Если это жилой дом, значит, вся декорирование сделано для того, чтобы привлечь внимание. Возможно, это был доходный, возможно, это было еще что-то такое для более достойных людей там, может быть, еще привлекалось. Но все выполнено для того, чтобы дать ему парадность, монументальность, привлечение и восприятие. Дом очень красивый. И сооружение должно сохраниться. Это изюминка. Это для Могилёва, ну вот как камушек драгоценный на этой улице. Приятно посмотреть. Припиняем на хвилинку фланирование по зимнему городу. И в утульной теплине фойе Радима задаемся питанием, як же у старожитном городе знайсти баланс помеж романтичным означением архитектуры, музыку, камни, летопису камни и призначением, функциональностью, с сучасными потребами. Сбалансировать надо, конечно же. Вопросов нету, но нужно очень осторожно. Почему? Потому что сегодняшние технологии, сегодняшние материалы, сегодняшние подходы, взгляды и потребности, они уже другие. И если мы только снесем здание, если мы только его уничтожим, мы его не восстановим. И тогда вот эта красота разностильности разных времен исчезнет. Появились нюансы проблемные. Владения земли как таковой нету, но есть владение здания. И когда заказчик начинает готовить определенные моменты, архитектору очень сложно выйти, найти тот баланс,
как вы сказали, баланс между функцией, объемом, требованием, экономичностью. То есть время довольно сложное. И, прошивши далее по обранной нами пешеходной, спиняемся ля будинка банка. Зараз филиала Головного управления Национального банка Республики Беларусь. Побудованы у 1904-1906 годе вядомым архитектором Камбуровым. Дарэчы, першапачаткова будынак был обкружен высокой мураваной стеной, але зараз подяка, что открыты для сузирания и любования. Интересное здание. Очень интересное. Очень хорошо сохраненное, ненарушенное. Хорошая выполненная реконструкция. Надо отдать благодарность и заказчикам, и городу о том, что смогли в свое время, когда проходила реконструкция, сохранить его тот образ. Образ именно банковского назначения. Вот как мы говорили про функции. Подходишь к сооружению и сразу понимаешь его назначение. Ну уж точно не жилье, и точно какое-то другое, и даже не школа. Видно, что это общественное назначение уровня банковской системы. Административное, но более высокого и конкретного назначения. Стиль классика с элементами, модерна, очень заметная. Верхняя часть, оконная система, разбивка, рустовка. То, что характерно, и полуарочная система окон с дополнением наверху переплетная система. Кирпичная кладка, материал. То есть подача этого здания в стиле классики с определенными элементами, присущими и самому направлению здания, ну и заказчик, который хотел. То есть не противоречит застройке. Очень приятно посмотреть, что оно есть и что оно сохраняется. И очень открыто, хорошо, да, да. Спешаемся до апошнего пункта наших шпацыру по улице Ленинской, яким, не удивляйтесь, по плану 1938 года повинна была стать площа Ленина. Але политичную волю скорректовал час, дозволивши сберегчи от зносу знищення прикметы стагоддзяў и заховал уже под нашу адказнасць. Ну, вот сделали бы, например, улицу Ленинскую, тот же пожарный переулок, еще что-нибудь. Вот небольшой какой-то, каких-то границ сделали и оставили его. Вот как напоминание, как памятник, что-то такое вот. Было бы очень даже неплохо. Остальное уже можно было делать сочетание современного, прошедшего. Ну, все великие архитекторы минулого были у свой час архитекторами сучасными. Можно лечить, что у напруженный передовоенный час Могилёву просто пощастило. С рашением переносу столицы БССР Минску далей от державной мяжи. Было всего 35 километров. И лепшие архитекторы, якія працавалі на той час у Республіцы, Амбросімаў, Андросаў, Вараксін, Воінаў, Лангбард, павінны былі ў самыя кароткія тэрміны надаць Магілёву адпаведны сацыялістычнай сталіцы выгляд. І гэтая наша плошча, калісьці сцяная базарная, стала ўнікальнай па самому вялікаму рахунку. Неверагодна, але за 2 гады у горадзе паспелі пабудаваць на дзіва вялікую колькасць манументальных будынкаў. Передусім ансамбль центральной площади с доминантой Дом Совету. Одиная у Могилёве праца легендарного архитектора Иосифа Лангбарда, знакомитого автора Дома Урады, театра оперы и балета, Дома офицеру, будинка Президиума Академии наук у Менску. Ну, о Минске не будем говорить, будем говорить о городе Могилёве. Поэтому это наше достоинство, это наша особенность, это в самом деле неповторимость среди областных центров. Если говорить о именно градостроительном, объемном решении, то оно точно так же уникально. Почему? Потому что тот объем, тот стиль, в котором сделано это здание, он особенный. Классический стиль предполагает очень многие направления. Но классический стиль – это стиль аскетизма, это стиль планировки, это стиль размещения здания в системе города, это стиль сочетания его как с окружающим ландшафтом, так с окружающей застройкой. В данном случае это здание уникально. И оно решено очень грамотно. Архитектор Иосиф Лангбард подошел к нему настолько серьезно, как только можно было подойти серьезно в 1938 году, когда кругом были весьма серьезные ограничения, и в том числе экономические и профессионально, но он подошел с очень высокой меркой.
Галоўны фасад нашага Дома Савету мае пірамідальны выгляд. Цэнтр кампазіцыі васьміпавярховы, рытмічна злучаны сяміпавярховымі часткамі, што выступаюць на плошчу і паступова пераходзяць у пяціпавярховыя паўкруглыя карпусы, якія сваімі крыламі ўтвараюць шырокую і глыбокую прастору, курданёр перад будынкам. Разнавышнасць, што надае рытм, які яшчэ больш узмацняецца строгімі лапаткамі на ўсю вышыню. Площадь – это очень высокий статус, потому что не в каждом городе есть такая центральная площадь, именно таким образом оформленная. На супротлеглом от Дому Совету паўднёвым баку площа у 38-41 годах поспели побудовать и гэты велічны административный будинок для Народного комиссариата внутренних справ и дзяржбяспекі. 1961 года тут размесился машинобудаўнічий институт. Зараз яго пераемнік – беларуска-расійскі універсітэт. Аўтар, архітэктар Абросімаў, выкарыстаў прыёмы класічнай ордэнарнай архітэктуры. Манументальна спакойны аб'ём магутнага будынка, кантраст дынамічным формам Дому Саветаў. Уражвае, і не дзіўна, бо аўтар праекта будаваў Маскоўскі дзяржаўны універсітэт на Варабьёвых гарах і ў Кіеве будынак Савета міністраў. На фотоздымку 1942 года, відавочна з вышыні Дома Саветаў, будынак НКВД займае толькі палову паўднёвай частцы плошчы і выглядае сур'ёзным палацам на фоне тагачасных халуп. Але планаваўся ансамбль плошчы ў звязі з прашпектам перпендикулярным Першамайскай, які здарыўся толькі пасля вайны прашпектам міра, а скрыжаванні пазначыліся жылымі дамамі. Въезд-выезд, как пропилеи въезда с одной и со второй стороны, с повышенными, опять же, классика. Почему? Потому что угловые дома, которые поставлены в классике, они должны быть акцентированы на поворотной системе повышенной этажности, либо какими-то другими элементами. Здесь была повышенная этажность, и с этой стороны повышенная этажность. Мало этого, пилястровая система, которая еще больше поднимала и организовывала стройность здания. Здание не раскрывалось, а поднималось вверх и давало возможность зрительно прочувствовать ось улицы и центр площади. Гэтая заходняя пара даваенная. Верагоднае жыллё прызначалася для савецкай эліты у непасрэднай блізкасці ад месца кіраўнічай працы. Адзін дом пабудаваны архітэктарамі Батоевай і Муравьёвым. Другі, так званы дом 90, па праекце архітэктару Увойнава і Брэгмана яшчэ круче. Нават у Менску жылых пабудоў гэткага маштабу былі адзінкі. Узор постканструктывізму на тэрыторыі БССР. І хоць з усходняга боку уезд-выезд склаўся больш сціпла, падобна, а пасляваенная пабудова, завершаны ансамбль нашай плошчы лічыцца унікальным помнікам. Если говорить о площади Ленина и об ансамбле, нужно сразу отметить, что улица Садовая, она существует как пешеходная с такой застройкой во многих областных центрах. Она может быть другой трактовки, другой застройки, но она есть. Такой площади Ленина, вот с этой застройкой, которая есть, с Домом Советов больше в Беларуси, кроме города Минска, нету. Неудячная справа гадаць, як выглядаў бы наш горад, калі б стаў сталіцай. Пра тое, што б не былі і засталося ў архіўных праектах, і што паспелі страціць, магчыма прадмет ужо будучых праграм. За час нашага асэнсаванага фланёру мы паспелі толькі што пазнаёміцца з невялічкам кавалачкам нашага горада. Але калі будзе цікаўнасць гледача, мы з задавальненнем будзем фланіраваць па знаёмаму, незнаёмаму Магілёву.